Предприниматели, чей бизнес пострадал от вынужденного простоя во время пандемии, при наличии определенных условий могут рассчитывать на меры государственной поддержки. Одно из направлений – льготное кредитование. Именно эта тема стала главной на видеоконференции, которую провел заместитель главы Одинцовского округа Павел Кондратский. Участие приняли и представители банковской сферы. Все документы можно и заявку можно подать дистанционно, для этого не нужно приходить. Подписание занимает в среднем 10-15 минут, не больше. Нет ограничений по лимиту кредитования. Сразу вам хочу сказать, да, у нас нет минимальной какой-то суммы, максимальной суммы. Все зависит от численности сотрудников по штату. Опять же, МРОТ, повторюсь, он стандартный, 12 130 рублей, но, тем не менее, минимальной суммы нет. Рассматриваем все без исключения предприятия, в том числе и тех клиентов, которые не являются клиентами банка. Получить льготный кредит могут социально ориентированные некоммерческие организации, организации пострадавших отраслей экономики, а также предприятия-производители товаров. Наиболее пострадавшей в условиях ограничений оказалась сфера услуг. Им и сейчас довольно сложно с учетом новых правил. По словам руководителей салонов красоты, лучше работать в таких условиях, чем не работать вовсе. Ездил, проверял несколько салонов. Ну, конечно, могу сказать, салоны молодцы, стараются соблюдать основные те меры, стандарты, которые сейчас утверждены по нераспространению коронавирусной инфекции. Стандарты есть. Единственное, конечно, я вижу, коэффициент использования полезной площади становится меньше. Если вот раньше можно было использовать 6 столов, в частности, я смотрел, для маникюра, то теперь сажают через одного клиента, и вместо 6 существующих столов используют только, возможно, 3, соблюдая все меры безопасности и соблюдая расстояние. Напоминаем, что ответы на многие интересующие вопросы о мерах поддержки бизнеса можно получить ежедневно в телеграм-канале «Профессионалы Одинцова». Елена Морозова, телекомпания «Одинцова».